Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мудроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием That Wins. Ну что ж, будем, значит, думаю, начинать. Сегодня мы смотрим концовочку. Вот, играем мы сегодня на харде. Мы сегодня будем смотреть плохие концовки. Что ж, мы погнали. Поддержите меня лайкусиком, подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем. Так, погнали. Агась, можно сразу же, как говорится, начинать и прыгать хоть куда. Смотри. О, прям можно вот так вот прыгать, как тебе хочется, куда хочется. Оп. Смотри, сколько хпси уже отняли. Ну и будем смотреть концовочки. В прошлой серии мы там искали, по-моему, бинты. У нас что-то не получилось. Но сегодня... Ну, о, код. 31-14. Это у нас под... Это из-под помидорчика у нас консерва. Мы нашумели. Тут заперто, смотри-ка. Сейчас придет Бак, у него будут ключи. Идет, смотри, пришел, как угорелый. И он нас сразу же ловит своим электрошокером. Смотрите, у нас уже на грани прям ХП. Но я думаю, мы сейчас очтимся в какой-то другой комнате, да? Сейчас посмотрим. Да, конечно, конечно. Может, тут будет отвертка. Так. Ага, они тут даже красный ключ, ничего себе. Может, побегаем немного от них? Или как вы считаете? Я думаю, не стоит. Так, есть еще этот вот ключик. Желтенький. Есть у нас. Не-не-не, я хочу. Я хочу сам, да, вот так вот лучше всего. Так, мы закружились, завертелись. Ну и смотрим концовку. Я одну уже видел, а вторую... Опа! Это новый... Ой-ой-ой, там... Вот Боб, вот Бак. Опача. Жучара, смотри-ка. И все, сейчас сожрет. И гейм, ребят, овер. Просто гейм овер. Без слова «ребят». Ну и давайте смотреть следующую концовку, в принципе. Я ее уже видел, но для вас я еще раз покажу, пожалуй. Сейчас я буду просто прыгать, бегать, что-то делать. А, то же самое, что и сейчас. Но я хочу так-то к жучку. Я хочу посмотреть, как он нас ловит. Аккуратненько к нему спуститься. Так, вот этот вот еще лом взять, это вообще лучше бы он у нас сразу же спавнился в руках. То тут на крыш как-то такое совпадение, ё-моё, ломик появился, слушай. Ага, я сразу упал, меня сразу же выкидывает. Надо было все-таки не падать, но окей. Так, окей. Угу, я хочу к жучку. Я хочу к жучку, пожалуй. Смотри, вот так вот еще можно прям. Можно как-то так, чтобы меня Боб освободил, а не Бак? Или тут только Бак? О, смотри, прибежал, угорелый прям. Давайте, когда он развернется, тогда уже и откроем. Опа! Сзаду увидел, ты смотри-ка. Ну ничего, сейчас мы точно попадем к жучку, я думаю. Я так думаю, я не знаю, попадем, не попадем, но все же... Да, по ходу дела попадем. Так. Давайте, что тут у нас есть? Отверточки. Так, я застрял слегка. И упал слегка. Я хочу к жучку, дорогие друзья.
Они за мной уже вдвоем выехали. Нет, у меня кто-то поймал бак, ё-моё, напугал меня жаробасина. Так, поймал он меня. Ну ничего. Ну ничего, сейчас мы посмотрим еще одну концовку, если нам, конечно, повезет. О, и вторая подвинулась. Тут, значит, мы вот сидим в этой штуке. Там у нас барбекю разогрето, прям огонь горит, ничего себе. И вот возле нас сидит бак. Смотрит на нас такой. Думает, ну все, пока, дядя. Бац. И все, ребят, и game over. На этом, в принципе, мы заканчиваем. Вот такие вот были плохие концовки. И сейчас мне больше, конечно же, понравилось с барбекюшницей. А вот, вторая... Ну, первая такая себе была, вот вторая очень даже интересная. На этом все. С вами был Дед Матрос. Мы сегодня играли в игру под названием Z Wins. Всем удачи, всем пока-пока.